Після 24 лютого моє життя дуже змінилось. В плоху сторону. У мене тепер ціла куча переживань, ми всього лишились. Не знаю, як далі жити. Найстрашніше було те, що я була беременна, потім рожати. У нас бойові дії вже 8 років йдуть. Как это все дальше будет, а когда вот это все началось 24 лютого, у нас там еще хуже началось. Я с ребенком, сколько, и месяц был, 2 месяца и было. Мы в подвале сидели, страшно, что прилетит снаряд, и ни скорую не вызвать, ничего. Нас уже с-под бомбежек забирали, с подвала прям. Ну, мы ни вещи не успели не взять, ничего не успели не взять. И только мы уехали, сразу попал снаряд в детскую комнату. Працювала я соцработником, а потом была в декрете. Діти перепугані, спали всі в коридорі. Боїмося, конечно, і зараз на них сказалось на психіки. Старшая 18 лет Аня, средняя Маргарита 12 лет, Татьяна 10 лет и 8 месяцев уже малышки Виктория. Назвали в честь, думали, война закончится, победа. Назвали. Так я получаю на детей мать-одиночка, потому как мы при беременности еще с мужем разошлись. Он начал пить, руку поднимать, и мы с ним разошлись. И получаю на них вообще там 6 тысяч все, на всех детей. И плюс переселенческий получаю. Но мы что-то квартиру снимаем, все платим за квартиру. 8 тысяч платим мы квартиру. Арендуем. 8 месяцев, которые, потому что она маленькая. Чего я боюсь больше всего? Что-то мне кажется, что со всем этим вообще никому мы не нужны. Ни Украина никому не нужна, ни правительству. Вот этого я больше всего боюсь. Как бы это все не уничтожение просто идет народа. Вот этого больше всего страшно. Что не знаю, что ожидает детей будущее. Прощу, Майя, почути світ. Про то, что давайте жить, зачем эти войны, давайте жить мирно. Была бы я президентом, я бы все сделала бы, чтобы я пошла бы до всех бы на коленях бы ползала, чтобы мой народ не уничтожался.